О наиболее важных событиях Оренбуржья готовы рассказать наши корреспонденты и я, Михаил Карин. В эфире «Новости дня». Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Парад, голуби и прожектора в небе. 24 июня страна отмечает 75-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Нарушений не выявлено. УФАС проверит причину роста цен на газозаправочных станциях. 28 рублей за проезд. Почему в Оренбурге повышается тариф в общественном транспорте? Более 100 миллиардов на поддержку. Оренбургские предприниматели претендуют на субсидии. Часть легендарной «Лётки» на баланс области. Депутаты горсовета передают муниципальную собственность. 24 июня в 28 городах страны пройдет Парад Победы. В этот список вошли 9 российских городов-героев, а также 19 городов, в которых находятся штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил Российской Федерации. Этот день объявлен в стране нерабочим. Напомним, традиционные парады 9 мая по всей стране были перенесены в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Президент России Владимир Путин принял решение провести их 24 июня. Дата празднования 75-летия окончания Великой Отечественной войны выбрана не случайно. Первый парад Победы прошел в Москве 24 июня 1945 года. В Оренбурге завтра в 12:00, как и по всей России, пройдет акция «Весть Победы». В честь защитников Отечества и в знак приверженности миру в течение 1 минуты одновременно будут гудеть все транспортные средства, звонить колокола культовых сооружений. У здания администрации Южного округа в небо выпустят голубей. А в 10 вечера на площади Ленина будут работать мобильные установки Оренбургского военного гарнизона с прожекторами. Они осветят небо над городом световыми лучами во знаменование юбилея Победы в Великой Отечественной войне. А накануне в России прошел День памяти и скорби. Вся страна вспоминала тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны. Это почти 27 миллионов человек. Порядка 185 тысяч из них – жители Оренбургской области. Ежегодно в этот день проходила акция «Свеча памяти». Пандемия коронавируса внесла коррективы в празднование даты, но не изменила главного. Поколение победителей помнит тех, кто сражался за мирное небо. Как в виртуальном режиме разгорается пламя памяти и сколько человек приняли участие в акции в новой форме – об этом в материале моих коллег. Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Эти слова звучат во время возложения цветов возле Вечного огня. С них же для сотен советских граждан начинается война. В то время, когда границы страны подверглись авиаударам, в городах шла мирная жизнь. Жизнь, которая навсегда изменилась 22 июня 1941 года. Возле главного символа Победы, мемориала на одноименном проспекте, немноголюдно. Принять участие в возложении цветов смогли не все желающие. Из-за эпидемиологической обстановки массовые мероприятия в этом году отменены. Те немногие, кто приходит к Вечному огню, признаются, 22 июня для них особенная дата. Несмотря на коронавирус, мы пришли почтить память, потому что не важно, какое сейчас время, главное память, главное сказать спасибо тем, кто за нас сражался. В память о тех, кто не вернулся с полей сражений, зажигают свечи. Всенародная акция проходит в новом формате. Символ скорби утраты разгорается онлайн. В один клик участником проекта становится Екатерина Комарницких. Девушка говорит, каждый год принимали с семьей участие в шествии. От традиции решили не отказываться и сейчас. Мы решили все равно поучаствовать в этой акции, но уже онлайн, чтобы сказать спасибо всем тем, кто сражался за наше мирное будущее. Таких, как Екатерина, в Оренбурге больше 300 тысяч человек. Свечи памяти горят на интерактивной карте. Счетчик участников обновляется постоянно. К всенародной акции присоединяется все больше жителей страны. Память погибших они почитают и минутой молчания. Сотрудники офисов Ямало-Ненецкого автономного округа выходят в коридоры. На минуту от службы отстраняются и спасатели Республики Коми. А это уже кадры из Ставропольского края. Своих героев вспоминают работники местного музея. Ровно в 12:15 по Москве останавливается работа и оренбургских предприятий. Свои эфиры прерывают местные радиостанции и телеканалы, в их числе и ОРТ. В этот день наша область вспоминает еще одного героя уже новой эпохи. 22 июня родился Александр Прохоренко. Анастасия Синченкова, Константин Воробьев. Новости дня. Другим темам.
В Ленинском районном суде Оренбурга началось очередное заседание по делу бывшего главы города Евгения Арапова. Запланирован допрос его бывшего заместителя Геннадия Борисова, которого осудили еще летом 2019 года. Экс-чиновник признан виновным в получении взяток за покровительство строительной компании. Борисова приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима. Напомним, дело Евгения Арапова длится почти 2 года. Экс-главу Оренбурга задержали по подозрению в получении взяток в августе 2018 года. 6 месяцев Арапов находился в СИЗО. По домашний арест его выпустили в январе 2019 года. Подробности в наших следующих выпусках. Цены на газомоторное топливо увеличились из-за биржевой конъюнктуры. В региональном управлении Федеральной антимонопольной службы провели анализ ситуации с резким ростом стоимости сжиженного газа, который используется в качестве горючего для автотранспорта. В УФАС заявляет, что розничная цена литра газа выросла вслед за увеличением оптовой цены, которая определяется результатами торгов на бирже. Напомним, еще на прошлой неделе в течение одних суток стоимость сжиженного пропан-бутана на оренбургских автогазозаправочных станциях выросла на 3 рубля. В итоге превысила отметку в 28 рублей за литр. До того различные информационные ресурсы отмечали факт общего снижения продаж газомоторного топлива в период действия ограничений по коронавирусу фактически в 2,5 раза. Резкий единовременный скачок цен на газ в областном управлении антимонопольной службы объясняет увеличением спроса на него после снятия многих ограничений. При общем оживлении экономики в целом и автотранспортной отрасли в частности. При этом биржевой дефицит предложения остается. Эта причина рассматривается в качестве главной после проведенного УФАС мониторинга. Работает ведется у нас совместно с Федеральной службой антимонопольной, у нас с центральным аппаратом. Пока мы видим именно то, что ситуация на бирже. Опять же говорим, был маленький спрос, были определенные объемы, сейчас спрос возрастает, а те объемы, которые есть на сегодняшний момент на бирже, они остались у нас прежними. В действиях оренбургских продавцов газонарушение антимонопольного законодательства не выявлено. В управлении антимонопольной службы намерены провести с ними ряд встреч на предмет выяснения дальнейшей ценовой политики. В УФАС отмечают также очередной рост цен на бензин и дизтопливо, которые с начала года поднимаются уже в 3-й раз и увеличились за это время от 0,6% до 1,2%. Это повышение здесь пока не комментируют, заявляя, что в настоящее время идет анализ его причин. Еще одна неприятная новость для горожан. В Оренбурге повышается стоимость проезда. О резком росте тарифов уже заявили несколько перевозчиков областного центра. Владельцы маршрутов называют это вынужденной мерой. Когда и насколько подорожает проезд и станет ли это единственным повышением в 2020 году? Подробности в следующем сюжете. Вот такие объявления появились в начале недели в автобусах номер 59. А это уже предупреждение для пассажиров следующих 41 маршрутом. Это очень дорого. Мне кажется, не все смогут. Елена пенсионерка. По 41 маршруту едет минимум 2 раза в день. К сыну, чтобы побыть с внуком и обратно домой. Пенсия, признается оренбурженка, небольшая. Всего 7000 рублей в месяц. Две поездки туда вот и обратно. Вот если по 27 рублей, 54 рубля будет. А если мне вот ездить нянчиться с ребенком, то вот посчитайте, если каждый день ездить, по 27 рублей. Дорого будет. Возмущены такими нововведениями и работающие граждане. Плюс 4 рубля к действующему тарифу существенно ударят по карманам оренбуржцев. Хотя бы на 2 рубля потихонечку. Но слишком дорого. Резко? Да, зарплаты мы не так столько получаем, чтобы повысили цены на все. Уже сегодня стоимость проезда повысилась в автобусах номер 14 и 30. А завтрашнего дня тариф увеличится на 59 и 41 маршрутах. И это не предел, заявляют в Ассоциации перевозчиков Оренбурга. В ближайшее время стоимость проезда может вырасти на всех маршрутах. Однако насколько, перевозчики не знают. Пока они оценивают свои экономические показатели. Доходная часть упала на 70-80%. То есть у нас в апрель-май этот пассажиропоток провальный был, особенно в апреле. При том, что расходы они несли по-прежнему. То есть они также работали, также платили зарплату. Вот. И сейчас вот катализатором, скажем так, для таких решений становится все-таки такой резкий скачок цен на газомоторное топливо. То есть за 10 дней поднялся на 6 рублей стоимость газа. То есть это 25-30% разных заправок. В Оренбурге тариф в частном транспорте не менялся с 2018 года. О необходимости его повышения перевозчики заговорили еще в феврале этого года. Однако из-за пандемии пришлось отложить решение непростого вопроса. Последний
каплей, как признаются владельцы автобусов, послужил резкий скачок цен на газ. Они не исключают, если дальше продолжится рост стоимости газомоторного топлива, то цена за проезд в общественном транспорте может снова пойти вверх. На законодательном уровне это не регламентируется. Стоит отметить, что с 1 июля повысится стоимость проезда и в муниципальном транспорте. В Оренбурге будет действовать единый тариф в 21 рубль. А на Нимых Константин Воробьев, новости дня. Это новости дня. Вот что вас ждет дальше. Более 100 миллиардов на поддержку. Оренбургские предприниматели претендуют на субсидии. Часть легендарной «Лётки» на баланс области. Депутаты горсовета передают муниципальную собственность. Мы продолжаем. Новости экономики. Больше 100 миллиардов рублей. Правительство Российской Федерации увеличило объем бюджетной помощи малому и среднему бизнесу. На эти деньги могут претендовать предприятия, работающие в наиболее пострадавших от пандемии отраслях экономики. Выделение дополнительных средств, говорят в правительстве, вызвано постоянным расширением перечня пострадавших отраслей. Объем финансирования увеличен более чем на 30%. Если ранее на эти цели планировалось потратить около 80 миллиардов, то сегодня сумма увеличена до 104 миллиардов рублей. Отмечается, что число потенциальных получателей субсидий – 1 миллион 730 тысяч предприятий, а предполагаемое число рабочих на них – около 5 миллионов человек. Напомним, чтобы получить господдержку, необходимо удовлетворять нескольким критериям. Так, если компания претендует на субсидию для выплаты заработной платы по 12 130 рублей на человека, ей необходимо сократить в штате не менее 90% сотрудников. Правительство Оренбургской области сообщает, что за май предприниматели подали более 13 тысяч заявок. Из них 11,5 тысяч одобрены. Выплаченная сумма составила около 430 миллионов рублей. И к новым данным по COVID-19. За последние сутки в Оренбурге выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 116 оренбуржцев. Всего с начала пандемии в Оренбурге зарегистрировано 3310 случаев заражения инфекцией. Таковы данные Всероссийского оперативного штаба. А тем временем в Минздраве области сообщает, оренбургские больницы приступают к плановой госпитализации. Она будет проходить по новой схеме. Медучреждения подготовились к приему больных в стационары. Их должны предварительно обследовать на коронавирус. А непосредственно перед плановыми операциями пациенты проведут несколько дней в обсерваторе. Затем повторное обследование на COVID-19. И только после этого нуждающегося в медицинской помощи переведут в отделение. Здание гагаринской лётки полностью переходит в ведение правительства области. Об этом сегодня шла речь на заседании Оренбургского городского совета депутатов. За передачу муниципальной собственности народные избранники голосовали единогласно. Депутаты окончательно решили вопрос по зданию гагаринской лётки. Напомним, часть помещений является государственной собственностью, но на балансе города Оренбурга по-прежнему оставался корпус с жилыми квартирами. Речь идет о жилье, которое пострадало во время пожара 2016 года. По заверениям депутатов, все жильцы пострадавших квартир расселены или получили компенсацию. Теперь все объекты бывшего авиационного училища являются собственностью Оренбургской области. Последует ли за этим реконструкция исторического здания, пока неизвестно. В областной администрации о готовности к ремонту заявляли еще в 2017-м. Там планировалось разместить кадетский корпус. Само здание на улице Советской построено в конце 19 века и возводилось специально для военного учебного заведения. Поэтому в нем были предусмотрены жилые помещения и учебные классы. До революции в нем как раз и располагался второй кадетский корпус. Сегодня в эфире очередной выпуск программы «Обратная связь». Гость в студии Александр Леонтьев, начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Оренбургской области. Разговор пойдет о соблюдении мер безопасности на водоемах во время купального сезона. Принять участие в программе может любой желающий. Задать вопрос или принять участие в голосовании можно по телефону горячей линии. Номер на вашем экране. И теперь о погоде. Ветер и осадки, а температурный фон ниже климатической нормы. Когда стоит ждать дождя, когда ночных заморозков, нам рассказали в областном гидрометцентре. В начале недели наша область оказалась в восточной периферии антициклона. Это привело к небольшому усилению ветра. Его порывы достигли 15 метров в секунду. Температура воздуха остается в комфортных пределах. А вот уже со среды к региону подойдет холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой дожди. Осадки пройдут в северо-западных и восточных районах области. Ожидают синоптики заметное похолодание. Дневные температуры будут в районе 18-23 градусов. Ночью еще ниже.
Ночные температуры также у нас, естественно, понизятся. Будет в районе 7-12-6-11 градусов в этих пределах. Одна из самых холодных ночей на этой неделе нас ожидается с четверга на пятницу. В ночь с четверга на пятницу, по словам метеорологов, не исключены заморозки. Температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов. В выходные ситуация не изменится. Дожди сохранятся, а ветер усилится до 20 метров в секунду. В целом, говорят синоптики, такой температурный режим на 3-4 градуса ниже климатической нормы. На этом мы завершаем выпуск. Напоминаю, вернуться к его обзору вы можете на нашем официальном сайте media56.ru, а также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.